Ставрополье ведет активную работу по развитию международного партнерства. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на открытии конференции «Между севером и югом. Кавказ как связующее звено цивилизаций». Эксперты обсудили перспективы развития и роль СКФО в глобальном геополитическом переустройстве. Владимиров отметил, Ставрополье как регион, в котором проживает множество национальностей и представителей разных конфессий, обладает широкими экономическими и культурными связями с дружественными России государствами в разных частях света. Экспортный потенциал Ставропольского края впервые вырастает почти что до 2 миллиардов долларов. Мы полностью заместили наших стран покупателей нашей продукции. Сегодня в десятки раз выросли объемы поставок в Южную Америку, в страны Ближнего Востока, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы здесь себя чувствуем уверенно. Экономическую основу дальнейшего развития мы понимаем. Теперь очень важно то, что происходит в части взаимоотношения и участия нашего Кавказского, нашего Ставропольского края в новом мироустройстве, ну даже, наверное, не мироустройстве, это громко сказано, но тем не менее, в новой мировой логистике. В селе Тищинском продолжается строительство врачебной амбулатории. В здании разместятся кабинеты терапевта и фельдшера-акушера, лаборатория, прививочная и процедурная комнаты, сообщили в региональном Минздраве. Прилегающую к медучреждению территорию благоустроят. Работы проводят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Завершить строительство планируют до конца года. В Новоалександровском округе завершается ремонт трассы Рашеватская Радуга. На 7-километровом отрезке обновили покрытие проезжей части и укрепили обочины, сообщили в региональном Миндоре. В ближайшее время нанесут разметку и установят знаки. Работы проводят по краевой программе развития транспортной системы. Завершить ремонт планируют в декабре. В селе Левакумки завершился капитальный ремонт Дома культуры. Специалисты укрепили фундамент и стены здания, обновили фасад, кабинеты для творческих занятий и концертный зал, сообщили в региональном министерстве культуры. Также в ДК установили современное музыкальное оборудование. Работы провели по краевой программе сохранения и развития культуры.